Хей, йоги, солнышки, мы продолжаем игру проходить под названием Bloodstained. Мы в прошлой серии убили своего товарняка, получили способность теневую... создавать, короче, клона. Сейчас попробуем. Осколки, вентраж, темный следопыт. F. А, подожди, то есть... А, это наша тень с вами. Ну, блин, слышите, это неудобно, типа... Мне нужно постоянно удерживать кнопку. Вы что, издеваетесь? Это вообще не круто? Окей, поэтому мы идем с вами просто дальше. Не хочу, чтобы меня темную магию запульнули, поэтому бежим. Да, масса здесь была полная. Нет, все равно, типа, не хватает ей. Хотя... Ой, куда-то я упал. Да, пока что не хочу. Там мешочек был. Так, шипастый нагрудник. Ничего нема. Так, снаряжение. Жилет. Шипастый нагрудник. Нагрудник с острыми шипами. Так, калечащий того, кто к ним прикасается. Ни хрена себе. Защита. Хорошая. Ну, слушайте, в принципе... Ого, почему бы нет? Он не тяжелый, в принципе, для моего персонажа. Я теперь могу, поняли, к врагам подходить, короче, их танчить. Они, типа, получают урон из-за того, что ко мне прикасается. Кайф. А, к этим не подойти, так легко. Черт. Да ну! Издевайтесь. Блять. Блять. Ладно, идем хилиться. Не норма то, что я сразу отлетаю. А, ясно. А, нет, есть платформа. Я, по-моему, все ясно, ГГ, блять, не могу вернуться. А платформа есть, поэтому все нормально. Да, мы сейчас за спидраним эту слово местность. А так каждому еще по-разному. Окей. Ладненько. Ну видите, типа, мы могли, по сути, на альтер. Иди в жопу. Мы могли бы закончить на альтернативной концовке, типа, все, мы убили нам брата. И все, GG. Но нет. Слишком легко было бы. Там стена обычная. Да, там стена обычная. Что за сундуком? Пойди в жопу! Порылый камень. Да блять, вы издеваете! Это что такое? Спасибо. Кольцо карманника. Ух. А снизу на что было? Много уровней было у нас. Хорошо, отлично. Отлично. Котик, ты... О! Отправ...
давление, вот и зараза. Ну и я дал. Главное от этого яда не отъехать. А я отъехать от яда не хочу. По тридцатке наносит плюс. Чё такой долгий? Всё. Животное. Хорошо, у нас здесь халявный подбор постоянно будет. Древесины, либо еще чего-либо. Next локация? Крут. Так. Крутяк. Пещера Инферно. Окей, архивы. Демоны. Дракон. Жопки. Так, Гамидин. Демон в облике коня и хращу. Так, сдушение. Так, готово. Водяной мон... Так, монстр с головой и торсом прекрасной женщины. Это внутри там? Прекрасная женщина, ясно. Так. Поисковик. Отродье, ползащее от стены. Так, это было. Это было. Было. Вилша. Милая демонша, которая обожает убивать. Рокки, возвращен, так это был. Был. Дух тьмы, волшебное воплоти тьме, оживляющее темной магии. Было. Ага, вот. Ламашту. Злобная богиня, ловко управляющая с кнутом. Макарон. Возвращенность. А, это проклятый, помню. Волшебное воплощение огня, оживленное темной магией. Дух огня. Зепр. Так, инвентарь. Я понял. Я тебя понял. Да ты ж задолбал летать. Придурок. Да вот, мой знай, ты надоел. Стенки неразрушаемые какие-то, боже. А, ну. Хорош. Ладненько, здесь. Платформы пошли! Архивы. У меня уже этих нету, хилов. Да. Куда я захожу? Архивы. Демоны. Так, смерть вулкан. Мощная смерть, черпающая свою силу в лаве.
Подбирай предмет. Еще зря его выбил. Давай, постоим немножко, сейчас его так отбираем. Там такой поезд дадут. Он исчез просто? Какого хера? Так, я туда не пойду, потому что туда попасть пока не могу. Мне хил нужен. Адский пес. Архивы. Адский пес. Безумная собака, убийца, окутанная пламенем. Ну здесь, короче, нужно юзать осколок. Отражающий луч. А, я застрял, майс. Я понял вас. Осколки. Почему ты сразу начинаешь дышать огнем? Я даже еще не подошел. У нас это дикий. Драконьи когти. Так, что? А. О, сопротивление к чему-то, да. Кровавая пелена улучшает ваши параметры по мере уменьшения ОЗ. Ух ты! А вот это... Подожди, сколько сейчас у меня будет? Осколки. Ой, я поставлю. Сколки. Там имеется только силу, да? Изменяй большие параметры. Больше параметров. Что здесь? Туда я попасть могу, окей. Ловушка. Я тебя понял, ловушка. Архивы, демоны. Так, кровожук, злобный насекомый с угольно-черным панцирем. Ловушка. Папик. Рашпездная. Вот это самое такое дерьмовое, так, потому что он пуляет через... Почему они вообще стреляют через эти? Шелк. Карри. Карри? О, карри. Карри неплохо. Так, снаряжение. Кольцо смерти. Кольцо увеличит урон от вашей критической... Я понял. Тарас. Давай, лети ко мне. Как же ты бесишь. Да! Гоу!
Что? GG. Да уж. Можно сейф? Хочу засейвиться. Ой, спасибо большое. Спасибо большое. Так, теперь мы, короче, с вами возвращаемся обратно. Обратно, сам. Для чего? А для того, чтобы я хочу посмотреть, что там внизу было. Так, осколки, мясорубка, речка отражающая. Так, осколки, отражающая, мясорубка, еретикан. Сундук. Кольцо рисков. Снаряжением. Кольцо риска. Кольцо увеличивает силу атаки ценой защиты. Нет. Конечно, хорошо, но то, что у меня все идет статы в минус, это значит, я буду много раз получать больше урона. А то, что мне прибавочка, да, довольно маленькая, дается, это немного, так сказать, не ко мне. Я все равно просто бегу прямо. Там типа урона этого очень мало. Ну типа ради кольца я пришел туда, добежал, поэтому норма. Фи, сколько уже серий у нас снято? 10%. О, там босс, нихера себе. Так, похоже, было извержение днем. Так. Темно, как ночью, а небо цветом крови, словно мы в аду. Сколько это будет продолжаться? Наши посевы погибли, да и на людей все так не так. Наверняка действует плохо. Но, возможно, это нам на руку. Быть может, это знак от Бога, что время ритуала подходит. Небо все так же красное. И мое начальное... Так. Часто велело мне начинать ритуал, несмотря на возражение моего друга. Его мнением... Мало что значит перед лицом практически единодушной поддержки гильдии. Я ухожу, ритуал состоится через 10 дней, и мне еще много что нужно подготовить. Хорошо. Погнали на босса. Так, сразу. Осколки. Так, какая-то херовина. А, так оно еще за мной летит? А, я понял тебя. Ты же зараза. Закали его.
Банать. А у меня хилов нету, что я делаю? Ладно, ну... Ой, бля, я не думал, что у него это такой длинный. А. Окей. Не, но он не такой сложный на самом деле. Не знаю, что это, но я думаю, нужно бежать. О! Все, нельзя. Да, мне хватает чисто даже этого. Глаз яет, как у магма. Так, переворот. Переворачивайте эффект. Так, притяжение только для вас. Нажмите SV и Space, чтобы активировать. Немножко не понял. Переворот. Переворачивайте только для вас. Нажмите S и Space для активации. Недолго неуязвимо после переворота. И как? Чуть не шарю. Чё-то я не шарю. Архивы демона. А, вот ловушенка. Хищник, притворяющий собой соблазнительный сундук с сокровищами. Вепрь. Бескровная. Двойник. Демон, принимающий форму того, кого собирается убить. Альфред. Робис. Демон, умеющий управлять гравитацией, наполовину человек, наполовину конь. Человек? А где там человеческое что-то? Так, окей. Я не понимаю, как превращаться. Ух ты. Та. Та. Подождите, инвентарь. Снаряжение. Ой, осколки. Я все равно не понимаю на самом деле. Нажмите и Space. Я нажимаю. Ну что-то не... Я не понимаю. Я не врубаюсь, как его использовать. Нажмите S. А, SV. То есть две кнопки. S. V. Ну. Что за дерьмо? Так. S и V. И... чтобы активировать. Она, так это слышали? Сложно. Так можно это кнопки нахер сломать. Давайте типа телепорт. Он
быстренько сбегаем туда, куда я хочу. Там легче из города побежать. А интересно, я сдохну, если полечу вверх? Ого, проверим. Прикидываю, я за карту куда-то улечу. И такой, бац, вы сдохли. Плюс 1000 дэмэджа. А, на автоматически. Это. Юзает, поэтому ладно. Ясно, понятно. Идем тогда до корабля. А так все равно сложно, слышите? О. Давай. Картоху херяч. Все, теперь мы можем летать, но я все равно не знаю, как мне через ту деву пройти. Но это все равно остается для меня секрет. Я свою одежду ломаю эти фонари. Эйф. Что сказать? Только когда у меня есть полет, это довольно круто. Я могу много что вытворять. Ну да чё. Шляпа пирата. Шляпа пирата, которую носят пираты. Вау. Сопротивлению холоду и еще что-то. Лучше так, чем просто бегать. Блин, давайте тогда я пройдусь в правую сторону до конца, там, где мы босс убили. Если там ничего нет будет, то... В принципе. Блин, я не знаю, на самом деле это не очень так удобно. Я думаю, с этим будут потом проблемы у меня. Так, давай сюда. У нас типа есть возможность пойти наверх еще. Да. Там какой-то проход есть. Давай сразу сюда пробежим. Или там обычный проход? Зараза. Окей. Это, я говорю, это просто сломает мне хера кнопки. Карри. Так бабка шикари, да, хотела? Стой, тут ничего нету. Я ж теперь могу по... Блин, мне кажется, я так вырву. Зараза. Готово. По сути... Гэнгрим. Снаряжение Гэнгрим. Ло Энгрин. Большой меч рыцаря, выкованный в священном огне. Это основа же большой меч. Ставить снова большой меч. Готово. Сундук. Плюс осколок. Я вызываю копейщика теперь. Зепар. А, мне бросок копья, бросайте во врага копьем. О, кольцо смерти, еще одно. Инверс!
такая деньги. 500 это получается, могу еще купить себе 5 камней. Final. Окей, что тут? Странная стена. Она даже не ровно стоит. Ух ты. Вечная суфле. Найс. Переходим на X-локацию. А это между локациями. Междулокационный проход. Снова странная стена. Превосходное блюдо. Так, ну я туда смысла не вижу идти. Хотя... Там телепорт. Быстренько к телепорту проскочим. По времечке у нас, в принципе, уже все. Поэтому мы даже можем заканчивать. Давайте тогда вернемся к лаве. Можем где-то еще сюда сходить. Я там быстро соберу, что там осталось, и за камень не закончу. О, где я же еще не сохранился нигде. Блять. Так, сильные пули рецепт. А елки-палки. Назад, бежим, бежим, бежим. Да, елки-палки, вы издеваетесь. А, в принципе, давайте на... Сейчас камень заюзаю и закончу. Где телепорт? В смысле? В смысле я не могу телепортнуться? Окей. Окей. А, то другой камень. Ладно, давайте тогда на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.